Здравствуйте всем. Сейчас мы продолжим наш видеоурок по накрутке. Эпизод второй у нас. Первый у нас был, второй сейчас будет, потом будет третий. Сейчас мы вспомним вообще, что мы там делали. Итак, запускаю губы. Проект наш прошлый. Я ничего не помню, что там было. Не, как бы помню, но не сильно. Сейчас мы... вот у меня был там оркестрал. Поэтому сейчас мы начнем с того, что я буду заново все это дело настраивать. Немножко это займет времени. У нас оркестрал, к сожалению... Напоминаю, да, мы сделали с вами ямку. Вот, и использовали там фортепиано, оркестрал, потому что там много накруток. В оркестрал настройки не сохраняются, поэтому мы сейчас нажмем вот оркестрал. Вижу, это были низкие ноты фортепиано. Сейчас я снова концерт пиано. Уберу эхо, родное, потому что мне здесь есть эхо. А, нет у меня эхо, ладно, проехали. Безэховое у меня фортепиано. Здесь... У меня... Что ж это у меня было сейчас? Так, значит, ну все, я понял, что это было. Это у меня было вроде что как фортепианко. Угу. А это у меня было то же самое фортепиано, только немножечко... У меня здесь атака была поднята, чтобы у меня было не резко фортепиано. Да, вот оно все. Я нарисую тебя. Все, собственно, этого уже не было. Сейчас я включу оригинал. Послушаем, что там. Я нарисую тебя. Сразу скажу, слышите, да, ярко выраженное фортепиано. То же самое, много-много всяких эффектов. Остается вот этот звук, блом-блом-блом-блом-блом. И, значит, что у нас там еще? Я нарисую тебя яркими красками. А все остальное то же самое. И голос у нас тут, видите, какие частоты. Высокие частоты преобладают, средние поменьше, низких мало. Я нарисую тебя. То есть в основном вот эти вот все звуки, да, слышны. А у нас в акапелле нашей. Вот она, наша акапелла. Я нарисую тебя. Я нарисую тебя. Наоборот, сейчас я, значит, сделаю следующим образом. Я поставлю нашу акапеллу на, допустим, пятую дорожку микшера. Ага, занято. Седьмую, восьмую, восьмую дорожку микшера. И, значит, поставлю эквалайзер. Обычный эквалайзер. Значит, стандартный эквалайзер, как мы им работаем. Значит, сам эквалайзер этот внизу, вот эта полосочка. То есть не вот эти вот, значит, наши регуляторы, да. Картина эквалайзера внизу. То есть, смотрите, если я повышаю высокие частоты, да, то у меня затрагиваются средневысокие вот эти тоже. Я могу это уменьшить. Я могу направо показать. И видите, у меня как бы... Изгиб от более плавного к более сильному. А также могу показать, что вообще вправо мне надо уйти. Вот. Или, допустим, наоборот, сюда уйти. И получается, что, видите, как бы здесь регуляторы внизу, а картина уже следующая, как будто бы я здесь все эти поставил регуляторы. То есть сам эквалайзер это внизу. Не то, что мы здесь выстроим, а то, что внизу. Все, верну на место все, что было у нас. И, значит, у нас что там надо, да? Чуть-чуть поднять высокие. Отпустить их поплавнее вот так. Чуть-чуть поднять высокие. Средние немножечко убрать. Потому что как в диктофон получается звук. Значит, вот примерно вот такая картина голоса везде. То есть средние мы убираем. Средние хороши для рэпа. Это есть такой момент. И для рока бывает. Для, значит, клубной музыки и вот этого всего.
попсы и так далее, лучше всего использовать увеличенные высокие и чуть-чуть увеличенные, ну, вот 250, да, видите. Значит, еще один момент. Вообще, в принципе, нехорошо, когда мы поднимаем что-то. Лучше что-то опустить, а остальное оставить на одном уровне. Но, значит, у нас есть некий регулятор громкости, да, который мы можем все это вместе опустить. Ну ладно. В принципе, и так тоже ничего страшного. То есть это вот так, допустим, да, это уже плохо. А когда мы варьируем около серединки, вот середина, да, мы варьируем здесь, ничего страшного в этом нет. Итак, я, значит, включаю и примерно начинаю крутить наш голос предварительно. Далее мы потом еще будем лучше его делать. Я нарисую тебя яркими красками, боль свою день ото дня, скрывая за масками. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить и нежность до дна мы так и не смогли. В общем, в итоге вот такая настройка получилась. Дальше, значит, в принципе, я так и думал, что нужно где-то в серединке что-то убирать, но оказывается, картинка получилась такая, примерно как и там была. И теперь у нас нет такой большой разницы. Я нарисую тебя яркими красками. Итак, значит, все, голос приблизительно настроили. Теперь слушаем, что там за звуки. Я нарисую тебя яркими красками, боль свою день ото дня. Бас, который у нас постоянно долбит, вот этот, он более выражен. Ну, я постараюсь это сделать. Он, в принципе, немножко отличается. Вот, но я так надеюсь, что не сильно это будет заметно. Если же это будет заметно, то будем искать другой синтезатор для этого. Ничего не поделаешь. Так, значит, сейчас давайте сделаем вот эту вот фортепиано, которую... Вообще давайте попробуем скопировать и вставить. И что у нас получится из этого сейчас? Так, у нас по-любому придется вот эту мелодию изменять, потому что здесь уже нет такого фортепиано. Я нарисую тебя. Да, то есть вот этого мелко выраженного фортепиано уже нет, как здесь. То есть это ту-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 ту. Здесь уже этого фортепиано нет, здесь более выраженное, короткое. Я нарисую тебя. Ту-дун-тун. Этот как раз фортепиано надо и сделать сейчас. Все. Значит так, придется мне клонировать эту дорожку, ставить ее сюда и удалять вот это фортепиано. А бас наш остается точно такой же. Ну давайте я оркестрал оставлю. Мало ли, может, он там звенеть будет, прибавлять атмосферы, прибавлять объема. Низ, что у нас? Так, это мы тоже добавляем. И внизу тоже добавляем. Все. Все мы оставляем на месте. Вот так, вот так и вот так. Единственное, сейчас надо будет сюда дополнять другим инструментом. Сейчас послушаем, как это будет с акапеллой. Не изменилась ли тональность там? Ну, вряд ли она изменилась. Я нарисую тебя. А что ж такое? Где этот звук остался? Интересно, сейчас. А, вот отсюда я забыл его удалить. Все. Вижу. Так, вперед. Я нарисую тебя яркими красками, боль свою день ото дня, скрывая за масками. Знаю, тебе не уснуть. Сейчас утро встречаешь. Подлиннее дело, потому что прерывается нехорошо фортепиано.
Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день. Вы знаете, я прямо на этом синтезаторе и сделаю то фортепиано. Сейчас я послушаю там мелодию. То есть наша задача сейчас сделать куплет. Припев — это будет следующий момент. Я нарисую тебе. То есть первый звук по-любому будет тоника. Вот этот звук по-любому. Это последний будет звук. Походу вот этот. Сейчас еще раз. Я нарисую тебя. Поняли, да? В принципе, попал. Я нарисую тебе. Сейчас я метроном включу, чтобы мне проще было. Сегодня у меня прям пруха на подбирание. Вот так. А что оно не играет? А! У меня ж не включено. Теперь включено. Здесь как-то так в разнобой идет, да? Угу. А ну-ка. Ага, вот, теперь то же самое, только... Все, то же самое будет, в принципе. Только теперь здесь этот звук. Вот здесь этот звук. А здесь этот. Походу так. Да, да. Сейчас послушаем, что там дальше. Яркими красками я нарисую тебе. Яркими красками. А, вообще то же самое, только низ изменится. Где он там? Вот теперь вместо вот этой нотки фа. Так, знаете, как это делается? Сейчас покажу, секунду. Скопировал. Вставил. Теперь вот эту нотку я сейчас на тонику переведу. Так, это у нас какое? Фа, да? Фа. А какой фа? Нижний или верхний? Давайте нижний. Да, оно. Сейчас. Яркими красками. Боль свою день ото дня. Скрывая за масками. Знаю, тебе не уснуть. А, собственно, то же самое. Сейчас я это возьму так. Вот. В этой ямке, то есть здесь ничего у нас не будет. Потому что в этот момент должно усилиться вот этот бас. Здесь должно что-то крутануться, должно быть чуть покруче. Я не знаю, вряд ли подойдет, но ладно, сейчас секунду скопирую туда, вправо. О, все, готово. Итак, сейчас я включу нашу версию всю без оригинала. Подходит или нет фортепиано? Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня, скрывая за масками. Вы знаете, что меня напрягает? Меня напрягает вот это пищание постоянное. Вот это вот. Я сейчас, наверное, сделаю так. Вот копирую.
клонирую, точнее. Потому что здесь один звук был, а сейчас я сделаю, знаете как? Я сделаю то же самое, как у меня бас, партия. Сейчас я скопирую. И сюда то же самое поставлю. Все, пускай играет. Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою тень ото дня, скрывая за масками. Все, замечательно. Мы попозже голос уменьшим, когда у нас все звуки будут. То есть с голосом мы после музыки будем работать окончательно. Поехали. Так, теперь что у нас там еще есть? Ага, у нас изменяется бас. Вот когда... Я сейчас скажу, когда он будет изменяться. Я нарисую тебя яркими красками. Вот сейчас он повышается. Пой свою тень ото дня, скрывая за масками. Сейчас тоже должен повышаться. Сейчас мы это и сделаем. Мы включим сейчас бас. Бас у меня вот он. Бит, бубли, аг, хармлес. Какой-то он бутылочный. Ну ладно. Сейчас попробуем. Он отличается от того. Сейчас буду пытаться как-то вот его крутить, вертеть. Если что, сейчас включу синтезатор. Давайте сейчас добавлю. Силинт. Очень хороший синтезатор. Силинт. В нем Silent 1, в нем, значит, множество настроек, настройки несложные, все достаточно понятно. В серединочке замечательный синтезаторный экранчик, как на всех крутых Yamaha'ах и так далее. Значит, ну, пока что у нас Harmless, да? Мы с этим товарищем встретимся, когда будем изучать другую мелодию. Вот эту мы когда будем мелодию изучать. Мы с этим синтезатором плотно столкнемся. А сейчас бит вубли. Вублю. Аг. Вот. Вот этот пресет. То есть что-то должно вот в этот момент повышаться. Давайте сейчас буду воспроизводить и крутить крутилки, смотреть, что у нас тут повышается, когда мы какую-нибудь крутилку повышаем. Слушаем. Ничего. Ну, в принципе, вот это, ну, конечно, это ужасно. Что-то вообще все печально сейчас. Так, ладно. Я сделаю ужасную вещь. Я отключу пока что его и скопирую мелодию все-таки в Silent. А, есть такое дело. Так, смотрим. Ого! Сейчас мы какой-нибудь пресетик возьмем. Итак, теперь по поводу пресетов. Значит, арп — это арпеджио, с английского языка переводится. То есть у нас будет какой-то арпеджио. То есть постоянно какая-то мелодия не одноразовая, а прям какое-то что-то, набор звуков. О, похож. Значит, все, сейчас мы отключим где-нибудь арпеджио. Вот оно, арпеджио, видите? Итак, в этом синтезаторе все, что вокруг, это накрутка. Здесь эффекты. Эффекты distortion, phaser, chorus, эквалайзер. Все это мы знаем, дело реверберация, компрессия. Самые простые, самые нужные, самые известные. И арпеджио. Если мы его отключим арпеджио, у нас появится такой звук, бас. Эхо нам не нужно, отключаем. Дилей нам не нужен, отключаем, слушаем. Слышите, долго звучит. Я нажал, а он долго звучит. Значит, релиз большой.
И вот здесь как раз буква R, релиз. Сейчас мы ее опустим. Раз. О, коротко звучит, да? Но сильно коротко не надо, чуть-чуть добавим. Вот так. Сейчас я сделаю так. Теперь вот как бы здесь надо будет найти, чтобы нам уменьшать. Уменьшать для того, чтобы у нас, значит, из этого звука обширного превратился в более или менее глухенький такой бас, который в начале у нас, да? И сейчас мы будем это все искать. Значит, сейчас я пока сделаю так. У нас, так как это было все равно арпеджио, да? Здесь арпеджио настройки простые. Но я не знаю, как это делается тут. Поэтому я захожу в функции сюда и смотрим. Все, там конфликт какой-то был, да? Сейчас, да, все нормально должно быть. Все, сейчас мы попробуем теперь этот звук покрутить немного. Слушаем. И писать уже нашел. Но момент. Тут нельзя автоматизировать, так как этот продукт не image line, поэтому я правой кнопкой мышки нажимаю, и мне говорят: давай, до свидания. Нету тут ничего, не высвечивается. Поэтому мы приходим к следующему. Мы нажимаем play, browse parameters. То есть при установке любого синтезатора в саму среду FL Studio записываются все его крутилки. Потому что прекрасно разработчики всех синтезаторов знают, что FL Studio набрала популярность бешеную. И именно поэтому вот он даже запоминал, что я недавно крутил, поэтому сразу мне выбрал cut-off. Cut-off, вот он. Ну, естественно, он и есть. То есть я беру правой кнопкой мышки, Create Automation Clip уже здесь. И вот появляется чудным образом автоматизация. Где она? Ага, вот ниже. Появляется чудным образом автоматизация вот этого cut-off. Значит, поначалу она вот как здесь примерно и нарисована. Даже еще поменьше. Вообще-то громкость надо поменьше сделать, да, у синтезатора. Сильно он ревет. Сейчас. Вот теперь мы этому тоже говорим: давай, до свидания, потому что ты не подходишь. Стоп, 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 стоп. Вот этот. Ты удаляешься. Все, а этот силент остается. Значит, все. И теперь мы делаем вот что. В тех моментах, когда у нас что-то там проигрывается, мы повышаем звук. Но сейчас мы сделаем следующим образом. Мы отрежем кусочек этого автоматизации этой всей. Именно тот кусочек, который у нас отвечает за вот эту часть. Потому что мы будем этот кусочек повторять. То есть мы его теперь хоп отделили, видите, он теперь лазит куда угодно. Значит, все, я добавляю тут ключик. И тут ключик. Оп. Все, где ключик получился? Тут ключик получился. Все, и теперь я буду его повышать в том месте, где мне это нужно. Но он будет повышаться где-то, я так полагаю, здесь. А ну-ка, смотрим. Я нарисую тебя яркими красками. Это сильно, конечно, я сделал. Сейчас чуть поменьше, вот так. Яркими красками. Слышите, железный звук, да, в оригинале такого нет. Сейчас мы будем избавляться от этого железного звука. Это, скорее всего, в каких-то LFO сейчас мы сделаем. Не в LFO.
уже лучше, да? Фильтр у нас, оказывается, такой замечательный есть, который, видите, перегибает нашу звук, перегибает в одном из мест. Этому звуку становится неприятно, и поэтому он издает железный звук. Из-за того, что его перегнули. И теперь слушаем. Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня яркими красками. Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня, скрывая за масками. Пой свою день ото дня, скрывая за масками. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Таким образом. Я нарисую тебя. Примерно, ребята. Я это делаю, сами видите, за кратчайшие сроки. Пытаюсь, по крайней мере, делать. Уже полчаса прошло. Ладно. Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня, скрывая за масками. Знаю тебе не... Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня. Вы знаете, все-таки я возьму вот там, где фортепианка, это у нас четкая, да, я чуть-чуть добавлю туда симфонии 3 реверберации, потому что некрасиво, когда фортепиано у нас такое в лоб давящее. Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня. Причем у нас, когда фортепианист, фортепианист, когда играет на фортепиано, он не сразу так вот долбит по всем клавишам одновременно, велосити, которая внизу. Сейчас я сделаю так, как будто бы он слегонца, а потом прям так жестко. Сейчас, смотрите. Я выделил, что сейчас буду изменять. Внизу у меня таким же цветом они выделились. И вот он постепенно, постепенно, постепенно здесь. Сейчас, секунду. То же самое и тут. Ладно, сейчас. Сейчас. Чуть это сильно, конечно. Сейчас вот так сделаю. Раз, раз и раз. Все, пойдет. И тут еще надо. Сейчас сделаем и тут. Раз, 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 раз. Чуть-чуть подниму, а то сильно я опустил. Все, а ну-ка слушаем. Я нарисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня, скрывая за масками. Все, пойдет. Еще мне не нравится там вот в этом силинт. Мне не нравится какой-то такой хорус. Вот мне что не нравилось. Я рисую тебя яркими красками. Пой свою день ото дня. Все, теперь ничего не плавает, теперь мне все нравится. Дальше. Мне сейчас необходимо сделать вот что. Послушать, что там дальше. Точнее, не дальше, а что я забыл вообще здесь сделать. Я нарисую тебя яркими красками. Боль свою день ото дня, скрывая за масками. Знаю тебе, я нарисую тебя яркими красками. Боль свою... Так, значит, ну, в принципе, я забыл что? Я забыл... Ничего я не забыл. Там... Эффекты в основном. Эффекты мы в самом конце будем делать, ребят. Когда вообще вот сделаем все эти три части, в самом последнем уроке я добью все эффекты до конца, потому что эффекты добавляются в самом конце для приукрашения. Основные моменты сейчас мы рассматриваем.
Я нарисую тебя яркими красками. Я беру голос, потому что он сильно плачевный голос, да? Я ему добавляю... Я не знаю, что ему добавить. Он какой-то узкий. Ну ладно, сейчас. Так, добавляем немножечко не такую. Добавляем реверберацию вот такую. Остаточный звук. Немножечко комнаты. Немножечко повысим отражаемость высоких частот. Я нарисую тебя яркими красками. Боль свою день ото дня, скрывая за масками, знаю, тебе не усну. Так, бас у меня прерывается некрасиво. Сейчас мы это исправим. Бас, вот он бас, увеличиваем. Вот здесь вот надо доводить. Потому что обрывы конкретные, нехорошие, мне они не нравятся. И здесь доведем, и здесь доведем, и всех мы доведем. И тут мы доведем. Все. Слушаем. Я нарисую тебя. О! Яркими красками. Боль свою день ото дня, скрывая за масками. Знаю тебе. А тут, по-моему, сейчас то же самое, только добавляется ударник. Поэтому я сейчас все скопирую и вставлю. Есть такое дело. Что там, до припева много? Сейчас. Снова губы мои шепчут. А, нет. В общем, сейчас мы скопировали. Сейчас сделаем быстренько ударничек, который у нас плавает туда-сюда. И все, и урок будет закончен наконец-таки. Я пойду кушать. Я очень хочу кушать. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить всю нежность до дна. Все, подходит. Помните, я говорил, да? Теперь мы копируем, вставляем, ну, тыкаем и вставляем. Все, на том же месте получается. Видите, как я автоматизацию так же самое и скопировал. А, значит, в оригинале послушаем, там добавляется ударничек. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад вернуть, выпить всю нежность до дна. Мы так и не смогли. Снова губы. И прикольная мелодия, да? Молодец. Opium Project. И, наверное, руки вверх. Знаю, тебе не уснуть. Так, значит, во-первых, там был микро-крэш. Микро-крэш, я сейчас в Vengeance Effects, Electro Essentials, Kimballs, Crashes. И такой какой-нибудь простенький найду. О, хороший, незаметный такой. Так, я сейчас увеличу, потому что я не вижу, правильно я поставил или нет. Надо четко поставить. О, вот так. И потише его, потише, 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 вот так. Так, про кнопку мышки соло, про кнопку мышки соло, отключаем это все. Знаю, тебе не уснуть. Знаю, тебе не уснуть, утро встречай. Все, и значит, у нас добавляется ударник. И ударник мы делаем перепевочный, то есть не сильно крутой. Если мы сейчас сделаем крутой в припеве ударник, у нас потом... Ой, в куплете, когда мы сделаем крутой ударник... Фу, да. Когда мы в куплете сделаем крутой ударник, тогда вот в этом припеве он уже будет не крутой. Поэтому... Сейчас делаем простенький. Insert one. То есть я хочу, чтобы ударник был вверху. И добавляем какие-нибудь такие ударнички простенькие. Нет, это не простенький. Вот этот хороший.
такой беспонтовенький, такой он нам и нужен в куплете. Потом же ж мы крутой будем использовать, да? Чтобы контраст был, чтобы не везде было все прикольно. И у нас длинный снэр там. Ну такой где-то. Так, сейчас я забыл уже, послушаем. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад вернуть, выпить всю нежность до дна. Так, все-таки там хэты есть. Есть там хэты. Коротенькие хэты. Коротенькие, это у нас клоса, то есть закрытые хэты. А вот этот хороший. Обычный тут статс, тут статс. Пойдет. Запихиваем его сюда. Кисточку берем, запихиваем и вперед. Раз, раз, раз. Стоп. Сюда. Опачки. Смотрим. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Так, хэты. Ой, хэты поменьше. Ой, это ж у меня не. Вот, вот так. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить. Но не все так просто. У нас же там ударник идет. Послушайте, как ударник идет. Сначала преобладают низкие частоты, высоких практически не слышно. Такой пум-пум-пум. Потом где-то в середине пропадают низкие частоты в ударнике. И до конца нашего. То есть, что, какой этот эффект у нас делает все это? Мы берем все эти три инструмента и бочку, и, ну, в общем, на десятую дорожку, и бочку, и снэр, и хэт на десятую дорожку. А на десятой дорожке мы вешаем, о чудо. О чудо, я забыл, как называется. Как оно называется? Лов фильтр. Вот она, все, нашел. Вот такой у нас фильтр. Значит, что я делаю? Я беру presence default, то бишь ничего. Сейчас. Не, ну дефолт это, конечно, сильно круто. Я сделал вот так вот. Вот так, например. А, это distortion, то есть дисторшинировано. Не надо. А, сейчас, как же там оно? Ну, давайте low pass, допустим. Ну, собственно, то, что нам и нужно. То есть сначала у нас... Так оно и происходит. Осталось только это все записать. Ладно, сейчас попробуем несколько способов записи вот этой всей штуки. То есть она должна быть... Ну, ладно, сейчас мы посмотрим, как это все делается. И этот XY просто-напросто заавтоматизируем, да и все. Итак, с самого начала оно у нас весь ударник сюда уходит. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад вернуть, выпить всю нежность. Смысл поняли, да? Сейчас мы это все будем делать. Только громко сейчас. А, это опять же у меня был оригинал. Да что ж такое? Я думаю, чё мне не слышно ударника? Все. Знаю, тебе не уснуть. Утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть. Выпить всю нежность до дна. Мы так и не смогли. Снова губы мои шеи. Кто-то его там поджал. Прости, пожалуйста. Ладно, так, сохраняем. Итак, слушаем, как в оригинале там изменяется ударник. Делаем ударник. И все, и на сегодня хватит. Потом сделаем припев вот этот. Снова.
снова губы мои шепчут. То есть, как бы третий эпизод будет самый интересный. И в нем же мы добавим везде-везде-везде эффекты финальные, подстроим голос прям под мелодию, и у нас будет четкая, хорошая композиция. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна. Так, запоминаем, вот здесь вот как бы вот сюда переходит, уже все, заканчиваются низкие частоты на 36-й циферке. Там на краю земли, время назад вернуть, выпить всю нежность до дна, мы так и не смогли. Ну, примерно, о, там в конце, кстати, перебивка, я забыл. Выпить всю нежность до дна, мы так и не смогли. То есть там мочит снэр. Ну ладно, это мы в конце сделаем. Какой-нибудь инсерт ван еще один сделаем. Все, делаем сейчас вот этот эффект. Быстренько-быстренько, 41 минута. Да что ж такое, так долго. Знаю, тебе не... Да иди ты, оригинал. Ну, в смысле, выключим оригинал. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть. Сейчас, а ну-ка, а вдруг получится? Сейчас я буду крутить, а вдруг? Вдруг получится записать. Мы же, кстати, когда записываем, мы пишем automation, score, правой кнопкой мышки нажал, да? Automation, score and audio. Automation мы тоже пишем, поэтому сейчас попробую. Не знаю, получится, нет, попробую. Начинается вот отсюда, да? Вот так. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить всю нежность до дна, мы так и не смогли. Снова губы... А ну-ка. Подождите, я включал запись, нет? Ничего я не включал. Или включал, но не записалось. Ладно. Ладно, смотрим, как у нас это все делается. Так, в самом начале у нас что стоит? У нас, давайте сделаю так, Create Automation Clip X и Create Automation Clip Y. Все, вот он X, вот он Y. X низу, Y наверху. Так, у нас это больше, я надеюсь, не будет повторяться, поэтому я просто-напросто тут обрежу. И тут обрежу. Все, я обрежу. Везде все обрежу. Вот так. Все. И ты все мы чистим. Вот так. И здесь мы тоже. Все. Итак, вот так у нас начинается. И вперед. Значит, мы здесь что делаем? Мы сюда повышаем Y вообще на всю. И X чуть, тоже чуть-чуть повышаем. То есть, вот сюда мы чуть-чуть X повышаем. Вот сюда мы повышаем чуть-чуть X. X, а Y мы вообще на всю катушку повышаем. X вот здесь был. Y вот здесь был. Это мы сюда повышаем. Потом что там вот сюда пришло. Потом мы поверху провели. То есть X повышается, да? X постепенно повышается. Повышается постепенно X. X постепенно повышается. Y так и остается практически вверху. Ну, чуть-чуть он там варьируется, в принципе. Вот сюда как-нибудь вот так, да? Все, это мы сюда переходим. А потом, значит, что у нас делается? X возрастает, Y падает. X возрастает еще больше. То есть на всю здесь. А Y начинает падать. Причем плавно падать. Ну, не знаю, вроде как-то так я вел, да? Сейчас посмотрим. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить всю нежность до дна, мы так и не смогли. Отлично, отлично, мне вообще нравится, все очень даже здорово нравится. Теперь мне надо убавить здесь после фильтра, обязательно после фильтра. После фильтра мне надо убрать высокие частоты по чуть-чуть, потому что сильно уши звенят, когда сюда эффект приходит. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить всю нежность до дна, мы так и не смогли. Снова губы мои...
Да все, сейчас мы завтра дойдем. Ну, не завтра, в следующий раз дойдем до тебя. Так, сейчас мы, опачки. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить и нежность до дна, мы так и не смогли. Снова губы мои. Все. Ой, ребята, ну все. А, еще перебивка. Перебивка. Ну, перебивка, это и в Африке перебивка. Ставим 8 точечек. Выбираем какой-нибудь снэр такой тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, чтобы делал тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Такой же, да? Сделаем. Нажимаем на кнопочку вот эту и повышаем. Velocity. Раз. Все, добавляем сюда. Сюда. Так, лучше вот этим добавлять. Вот сюда. Оп. И сам эффект потише. Так, нет, все-таки он не, он вот так вот. Почти нету, нету, нету. Потом как какой-то намек на него. И потом раз, он что-то появился резко. Вот так. Пить нежность до дна мы так и не смогли. Снова губы мои шепчут нежно. Нет, все-таки надо его чуть погромче, вот так. Нежность до дна мы так и не смогли. Нет, все-таки он тут появляется. Появляется, как бы идет. Идет, 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 а потом раз и попер. Выпить и нежность до дна мы так и не смогли. Снова губы, ух ты, мне уже нравится, ребятки, мне уже нравится. Ну, тут эффекты, куча эффектов. Ну, давайте, ладно, для души успокоения вот этот эффект поставим сюда. Ну, давайте, чё уж там. Земли. Знаю, тебе не уснуть, утро встречаешь одна, там на краю земли. Время назад не вернуть, выпить и нежность до дна, мы так и не смогли. Снова губы мои шепчут. А, ребятки, ну как бы... А, ну еще давайте, еще больше. А, это и так было саундгудайзером, да? Ну ладно. Ладненько, потом настроим звук. Всего доброго, ребятки. Ждите третий эпизод. Как бы сейчас уже будет припев. Всего... А, подписывайтесь, ставьте лайки. Это мне очень приятно. Всего доброго. До свидания. I'm